смотри, какая мгла. Помимо этого, еще два отделения музыки, другой тоже наученный за эти же вот 8, мы должны будем. Поэтому пусть вас не смущает, что в этом концерте не все вкусы будут, ну, все ясно. В разных концертах мы все будем там петь, поэтому я вынужден это делать. Некоторые артисты впервые будут петь, просто почти с листа сегодня. Итак, вначале прозвучат русские песни в разных транскрипциях, в разных обработках. Вначале три русские песни в транскрипции Захара Бляхера. «Звонили звоны», «В сыром бару тропина» и «Три балуши». А вот там нельзя сделать свет? Мы не репетировали, был здесь холодильник, я просто боялся на свечу.
Начинать. Вероятно, и вот здесь так подробно.
количество такое луна. Плач невесты сироты. Это сочинение Валерия Калистратова, московского композитора. Издавна на Руси бытует обряд. В день венчания невеста-сирота идет на могилу родителей, дабы испросить их благословения. Oh!
две песни семейских Забайкалья. В островах Охотник и Старый старик. Забайкалье, это сибирские казаки. Представляете, увидали вдруг в лесу, в
траве Венеру. Ну а дальше упал, задрожал, и дальше все. Обычно надо это переводить, потому что это диалект, это очень трудно понимаемое. Да? Вот. И еще одна песня, которая уже теперь понятная, называется «Старые старики». Пошел козел по чужой огород. Я вечер вода, и рубила, и рубила, по бескрылушке, я
Комар. Ой, батюшки, не могу, ой, матушки, не могу, не могу, не могу, ой, не могу, не могу. Ступил комар на ногу, ступил комар на ногу. Ой, на ногу, на ногу, на ногу, ой, на ногу, на ногу, на ногу. Все косточки переломил, все суставцы раздавил. Я тебя.
несколько русских городских романсов. «Ночные цветы». Гусарский офицер. Yeah.
раз возвращаюсь домой, я к себе. Улица странной кажется мне. Раз возвращаюсь домой, я к себе. Улица пьяною кажется мне. Левая, правая,
друзья. Я очень рада, что вы пришли на встречу с Антарктидой. Далекий шестой континент, обледеневший миллионы лет назад, забыл, наверное, человеческую теплоту. Но наши русские ребята зимуют там ежегодно. 15 месяцев в году, 500 ребят, разбросанных на всех станциях, и ни одной женщины. Мы, 10 человек, решили добраться до шестого континента. И не просто добраться, а встать на лыжи и впервые в истории Антарктиды дойти от побережья на полюс холода. Но Антарктида не принимала нас вначале. Шли мужские споры. Взять, не взять их, взять, не взять. Мужчины 15 месяцев женщин не видели, а тут 10. Опасно. А у нас идет всем полным ходом подготовка. А со мной вообще случай, то ли брать журналистку, а то, может, лучше не брать ее туда, еще напишем. Ведь в итоге написала, тайну экспедиции раскрылась.